говорит рейдер 6-5. По прибытии на место буду поставлять разведданные всем наземным силам. Будьте начеку и определите все наземные и воздушные цели. Вас понял, рейдер. Уничтожим цели быстрее, чем вы их указываете. Отлично, Уинтер. Удачной охоты и оставьте кого-нибудь для меня. Конец связи. Говорит Сулака. Всем наземным группам подготовиться к развертыванию. Мы начинаем. Это рейдер 6-5. Визуальный контакт с королевой. Иду в атаку. СОС, СОС. Зенитки ведут по нам бешеный огонь. Идти на сближение с королевой не имею возможности. Решение не могу. Мокрите полдом ксеноморфов. Идем к вам с максимально возможной скоростью. Конец связи. Что здесь произошло? Один за пушкой. Это пушка? Не знаю!
Т-6-8. Задний двигатель накрылся, но я еще немного полетаю. Руис, если подбили, поворачивай. Без подвигов. Вас понял, 6-5. Ничего, я думаю, мы еще повоюем. Вы не сидите, сидите, иначе они всех нас положат! Сулака, визуальный контакт с королевой. Капитан, мы разберемся с зенитками. Вперед! Продвигаемся к ней. Как там у вас дела? Шоколадно. Заткните ее.
Это Рейдер 6-8. Вступаю в бой. Это Рейдер 6-8. Я падаю. Повторяю. Вижу орудие удаляющего контейнера. Вперед! Рейдер, мы прикроем! Сорви эту зенитку! Молодчина, парень! Дорога к модулю с королевой открыта! Держите курс к кораблю, встретимся там! Это 6-5. Ракеты к пуску готовы! Две пошли! Цель поражена! Это точно, Рейдер! Мы засекли нашу вторую птичку. Возможно, кто-то выжил. А морпехи своих не бросают. Разберитесь с ситуацией. Thank you.
бегом! И как ты собираешься попасть на корабль? Пока еще не придумала. Ага, пора бы уже и придумать! Знаю я! Бишоп, а если взорвать люки? Они заблокируются, чтобы избежать разгерметизации. Что? Вот это план! У нас нет выбора! Нужно попасть на корабль, пока он не покинул атмосферу! Рид, действуй! Готово! Ракеты пошли! Сейчас столкнемся!